нормально? Вот. Я написать? Я запомнила, Тань. Я тебя буду кричать прям в игре. Побольше ударов из любой позиции. Всевозможные позиции нужно ударить. Не знаю, раз 100 пробейте в сегодняшнем матче. Я хочу, чтобы вы сегодня были одной командой, подсказывали друг другу, отрабатывали друг за другом. И еще раз, спокойно и уверенно. Давай, давай, настроились. Погнали, погнали! Мне? Сразу жестко, агрессивно. Должны заволтузить. Что огромная просьба, фланги пошире, давайте пошире сыграем. И вот здесь вот к нам идут на связку наши, либо... У вас вот сюда падает, и вы начинаете бежать к своим воротам. Первый мяч головой нужно сыграть, опорные полузащитники вот здесь должны оказаться и подобрать эти мячи. Для момента может не быть. Когда будет удобно, правая нога, мяч не прыгает, такого может не быть. Ищите момент для удара, хорошо, этого не хватает. И линия поднимает соперник выше, чем в прошлое время. Кто не может играть? Есть такие, кто не может играть? Нет, нет, нет. Все готовы играть? Да. У нас есть 45 минут, чтобы вернуть инициативу себе. 45 минут. Вот сейчас выйти и вынести эту команду. Заводимся сейчас здесь. У вас 45 минут, еще раз повторяю. Встали, давай, завелись. Начало клуба, забрать мяч без мяча, снова привлечь, но сам как мяч заканчивает. Можешь отпустить, начать торопиться, теряешь мяч. Мяч под контроль возьми, спокойно, где? Все
все наши взаимодействия, еще раз говорю, все, что касается вторая, третья зона, стенки, забегание, чуть-чуть поумнее, подстраивайтесь под вашего партнера с мячом. Аккуратно, не летите, дайте я свистку, я там буду играть мяч. И каждый мяч должен быть сложным. Мяч прошел, прилетел, посмотрим, что он будет. Раз, два, три, четыре, пять. В случае потери, то в центре поля остался. Вчера мы вдвоем создали шанс. Давай! 45 минут у вас есть! Будем еще сильнее, мы свое возьмем и обязательно обыграем. Может, сербов еще дадим им реванш, может, кого-то лучше, но обыграем. Все ведь помнят почему? Потому что второе место! Отстой! Второе место! Отстой! Второе место! Отстой! Хорошо. Я бы так не сказала.